пострадавших от землетрясений районах Пакистана продолжаются спасательные работы. Туда же направляется гуманитарная помощь, продовольствие, медикаменты, палатки. Работают бригады врачей. Сообщается, что на помощь спасателям пришла армия. Обнаружены тела еще 20 погибших в результате землетрясения магнитудой 7,7, которое произошло во вторник в юго-западной провинции Белуджистан. Таким образом, общее число погибших в результате стихийного бедствия выросло до 348. Сотни человек получили ранения. Разрушены более 20 тысяч домов. Под завалами до сих пор находятся люди. После мощного землетрясения у побережья Пакистана появился небольшой остров, который, несмотря на предупреждение властей, уже посетили десятки местных жителей. Остров возвышается над морем на высоте от 6 до 12 метров, его ширина составляет около 30 метров. Он находится примерно в 600 метрах от города Гвадар.